В общем, мы решили немножко отвлечься от сюжета, и я за кадром начала обшаривать локации в поисках недостающего. Ну, как-то с поисками хреновато получилось, но зато вспомнили про товарища, который хотел яблоко. Ага. Копили. Что-то там странное про яблоко на лопату или лопату. Да. Ну, в общем, мы решили это. Мы решили посмотреть, в общем. Что из этого получится. Чтоб больше вам не голодать, хочу вам яблоко отдать. Глазам своим не верю я. Вот настоящие друзья. Хочу я сразу долг отдать. Лопату я прошу вас взять. Ага. Ты кидали нам лопату. Яблоко забрали. Зачем нам теперь лопата? Ну, ты знаешь, у меня складывается впечатление, что это какая-то вообще цепочка должна быть. То есть, получается, нам нужно золото. Ну, видимо, и... мы сейчас будем так обменивать, да. То есть, он, ну, как говорил, пройди по миру там и в итоге получи золото. Угу. Ну, в общем, вот. Пойду дальше шариться. А, верните мне. Так, вот еще NPC-шка, надо его попытать. О, наш клиент. Вы не лопату ли искали? О небо, вы ее достали. Прошу в ответ принять вот это. А мне и звезд довольно света. Фонарик! Так... Я даже знаю, кому. Но я, наверное, тоже знаю, только кому. Только я плохо помню, где он находится. Где-то так, там в подземелье. Так, около Магны. А, когда темно и свет, не... А, да? Так, все. Это наша. Это наша. Это наша, да. Все. Так. Полетели обратно. Это не обратно. Ну да. Где-то вот тут, по-моему, было. Так. Это не оно? Нет, нет, там под землей было. Так, а может тут закопаться надо? Вот, наверное, оно. Не-не-не, там прям... Вот, вот сюда, да. Да-да-да. Тоска мою сжимает грудь. Найдите свет мне кто-нибудь. Сейчас, погоди. Я тут полстраны обошла, пока тебе... Там, обрати внимание, он, кстати, золото добывает. Фонарь нашла. Вам нужен свет? Возьмите, друг. Меня вы выручили вдруг. Yeah. Чем я могу вам долг отдать? Здесь золота хватает, да? Позвольте взять один кусок. Конечно. Запасайтесь впрок. Че, мы квест сделали, да? Ну, вроде как. Нам надо теперь вернуться, видимо, и золотишко отдать. Я думала, больше будет. Пора к торговцу нам навстречу. Пусть он лишится дара речи. Рифма, как всегда, на высоте, но суть не в этом. Я-то думала, больше будет этапов, а он раз сразу и золото дал. Да ладно, и так немало, на самом деле. Ну да, с учетом, сколько облетели. Так, он, это который на крыше стоял, да? Вот этот? Да, это он. Ну-ка. Давай нам все. Я полагаю, вы сдались? И рассказать о том пришли? Ну-ну, не стоит унывать. Лишь Болмус может торговать. Хочу вам смородок дать. Что? Быть не может. Как же так? Эксперта обошел простак. Да, вы эксперт, сомнения нет. Так дайте простакам совет. И поделитесь вашим знанием. А мы вас, Болмусов, прославим. Прощения должен я просить. Вас явно нечему учить.
и в знак большого уважения мое примите подношение. Что он нам там подарил? Ого! 6 штук! Золотое яблоко, ачивку дали. Круто! Хорошо, прикольно. Так, ладно, одной проблемы меньше. Мы в этой игре столько юплей-очков мне заработали. Да? Прикольно. Ты довольный? Да. Так, а слушай, дальше у нас что по заданиям-то? По-моему, мы все сделали, кроме вот Рубелла у нас висит. А, то есть дальше можно по... Ну, с Рубеллой пока вообще что-то не совсем понятно. Видимо, где-то дальше. По заданию идти, да? Угу. Нам сейчас к Магне. К Магне? Я так понимаю, да. Она нас должна вроде как в замок вернуть. Ну, домой. Если я правильно помню. Правильно понимаю. Сейчас узнаем. Эй, Магна. Хотел на палец встать. А вот поговорить, наверное, да? Ну, попробуй. А, ну поехали. Как вы? Скажите, не шутя. Теперь мне хорошо, дитя. И сердце больше не болит. Хвала Рамберу. Путь открыт. Готов вверх поднять я вас. И в путь отправиться тот час. Народец, что на мне живет, давным-давно торговля ждет. О, отлично. Хорошо у тебя память. Ух ты. Ого. А им там, наверное, весело, да? Нет, это нормально. Отвыкли немножко, но ничего страшного. Большое, Магна, вам спасибо. Вы подняли нас в высоту. Пусть Роберт возрастает прибыль. Я немножко, конечно, озадачена. Скорее всего, подразумевается, увеличивает прибыль или как преувеличивает. Ну, ладно. А можно с вами я пойду? Вдруг рынки новые найду. И Маргарет мне будет рада. Конечно. Роберт, так и надо. Он разорит нас на ходу. Нора, ты что такая противная? Да. Герцог и герцогиня. Как тут ветрено. Ну так высота-то какая. А-а-а. Интересно, а Магна там будет так стоять с рукой? С рукой? Да. Так, ты тут прекращаешься или нет? Я заснул. А ты куда? Ну, я хотел посмотреть. А-а-а! Такая вот что? Долбанем давай его. Сейчас. Что у нас тут? Вот вопрос, куда нам, влево или наверх? Ну, пофигу, пошли, не долбанем? Знаю. Долбанем? Долбанем давай пойдем. Ну ладно. Он какой-то сильный, надо его он победить. Он какой-то наглый, я бы сказала. Нет, наглые тут только мы. Да? Ого, тут так высоко. Ого. Сундук. Изумруд, прикольно. Так вот, тут все. Какая-то музыка волнующая заиграла. Да нет, была уже ты такая. Ты уперлась там головой. Прикольно. Нет. Так. Ага. Ау! Оно дерется! Я думала, можно... Ты моего друга обидел. У меня волосы в лицо прям. Ничего не вижу. Так. Тебя полечить? Да, ты моего друга обидел. О! Сейчас сундук. Схватил. Антимагия. Отлично. Куда-то мы опять полезли? Они чего? Они оставили так много. Да, мы на правильной дороге. Так нам вниз. Ах ты! Я на него нападаю. А я сундук забираю. Ого. Какие боевитые. Так, хорошо. Смотри, какой. Каменный. Вам вот так. А на поясе камни типа гранаты? А, у кого? Вот у него, видишь, такие хоп-хоп-хоп понатыкано. Это советский ремень с пряжкой. Для солидности. Мне свиньи прикалывают здесь. Такие, как бы их назвать-то, даже не знаю.
понтовые. Ого, это мы вообще никак. Сейчас мы вам понты-то поотшибаем. Оп. Оп. Пигакс. О, такой. Класс. А-а-а. Треснешь его просто, наверное? Да. Он каменный, ау, что ли? Он не деревянный, походу. Каменный, да. А что там было? Я просто был занят. 4 единицы урона. Да. Понятно. Без вариантов тогда. Ну вот, одиночным таким ударим, наверное, на всякий. Быть нормально. По нему магия, что ли, вообще не проходит из стихии? Чем бы его треснуть-то? Так, а я сейчас не магия же била. Нет, но у тебя стихи... А, у тебя свет у него. А он что, у нас свет? У голема свет, камень свет нет, стоит. Нет, ну а же. Моб что? А моб, не знаю, он какой-то, видимо, игнорирует, может, все это дело. Может, удолмануть земля, там... Земля, земля. Давай попробуем, проверим вот на это. Хотя он камень. Давай. Не, ну камень, земля же. Черт, зря его придержал. Ну вот, видишь? Все-таки значит, земля это камень. Ну, в смысле, камень это земля. Сложно, конечно. Жалко, что не расписывают как-то, ну, информацию какую-то давали бы по монстру. Как обычно в таких играх, делается. Так, сундук-то уже распотрошил. Да. Первым делом. А этот кто распотрошил? Тоже я, что ли, уже успел? Ага. А когда успел? Странно. Так. Как-то здесь все кверх ногами. Давай кайму. А! Ты куда? Хотел сказать, давай кайму поменяем. Голему? Да. Камень? Что-нибудь на что-нибудь. Огненный? Что ли? Ну или давай какой? Пока огненный поставим. Я-то думала, что свет будет по всем бить нормально, ну то есть нейтрально. Я тоже, если честно, думал, что именно так и будет. А получается, что нет. Свет, видимо, будет хорошо бить по всяким привидениям, там, я не знаю, ну этим темным сущностям. Мне просто понравилось големом бить. Хотя можно было бы, в принципе, на Маша заменить его и не париться. Фина можно на Маша заменить. Вообще, в принципе, было бы прикольно раздать всякие разные стихии, наверное. Нет, пусть, короче, у него будет, как было. АОЕшником. Да? Он, конечно, классный, но... Потом опять менять. Ты мышу тогда огненный поставь, наверное. Мышу? Ну, да, у тебя все равно свободный. А смысл просто здесь нам все каменные попадаются и деревянные. Такие гнилушки. Мне кажется, так будет так правильнее. А Фин у тебя сможет это... Он хоть чем бьет, но... Молнии. Единственное, что у него АОЕшек пока мало. Ну вот. Огненные АОЕшки у него же нет? Нет. Ну у него вот только молния пока. Есть смысл ударять? Похоже, нет. Осторожно. Сейчас. А то прям сдует. Опс. Аметист. Интересно, какой-то. А тут можно занырнуть вот в эти? Я думаю, что вряд ли. Потому что, видишь, я свечу, а ничего не просвечивается. Ну вот. Больно же! Дай подую. Подуй. Я сопротивлялась, как могла. А здесь все время дует, фига смотри, ты, да? Наударялась. Ну да. Тут устал. Голова кружится. А, ты чего там? Я не успел схватить. Я последнюю нападу. Штучку. Так, это уже, смотри, цветом этот голубой. Воздушный, да, наверное? Голубой, это воздух, да, наверное. Ой. А по воздуху чем? Молния? Я не знаю. Молния здесь и есть воздух, насколько я помню. Ну да. По воздуху землей, что ли, надо, получается? А по воздуху я не знаю. Ах, я уже забыл. Тут три стихии, поэтому путаница идет. Лично у меня, по крайней мере. Земля, воздух.
Так. Земля, воздух, вода, огонь. Нет? Могу наврать. И что тебе это дает? Не слушай меня. Не знаю. Черт. До этого придержу, попробую. А! Отлично. Шикарно. Так. И огнем по тебе. Да. Фигакс. Прикольно. О, голем уровень взял. Поздравляем его дружно. Нору не поздравляем. Как ты ее не любишь. Вредная какая-то. Голем хороший. Голем прикольный. Так, тут мы пробегали как раз. Угу. Ну, вроде тут были везде. Угу. Внизу были, да. Нам наверх надо, давай попробуем влево пойти, посмотреть, что там у нас еще. Давай. А что тут у нас на знаке? Вверх? Храм Луны. Ага. Понятно. А вниз? Ты. Кстати, это нычка. Да. Как тут взял? Ау. Ладно, подожди, я еще это. Еще раз ударюсь. Пусть копится энергия. Сейчас попробую вниз спуститься, но не уверена. Ну, очень похоже, что туда надо спуститься, потому что колючки так расположены. Сапфир. Больно, камушки тоже лишними не бывают. Давай бабайку вот этого победим. Давай. Летает. Давай. Выпрашивает, по-моему, явно что-то. О, тут нычка еще одна. Сейчас. Надо будет нужно выйти. О, как огненная. Фига, помесь. Так, хорошо. Но у тебя голем нейтральный, по сути. Он какой нейтральный? Светом. Мы ему огонь поставили. Мы ему огонь поставили? Ну ты же сам настаивал на этом. Нет, ты ему свет же поменял обратно. Я ему обратно. Вернула обратно, да? Да. А, ну хорошо. А мошонку поставила огонь. Ну тогда по башке обоим. Точно, точно. Так, а вам молния. Тут без вариантов. А пока. Зато увидим, что это молния, наверное. Опа! Не думал я, что он такой шустрый. Ты рвал. Опа. Ха. Ить. Опять прервал. Да что ж такое? Нет. Нет. Стоп. Вот так. Уязвимость ком молния. Водяной, значит. Водяной, да, точно. Так, водой тебе. Прям в лицо. И светом. Светом? Да. Светой в лицо. Развели. Так. Ай. О, у него скоро ауешка будет по всем. Прикольно. Нет. Как нет? Это на дабл. Ну да, мы же не пользуемся. А потом пойдем сюда. Точно. Что ты там про это говорил? Ну да. Так мы тут были. Были? Ну да, вот, сундук открытый. Тьфу ты, развели меня. А я тебя развел почти. Я не поддалась. Опа! Вот это подстава. Хитро, да? Да. Ты сверху откидывает. Ты дожди, дай подую. Ты еще умрешь тут. Я могу, да. Так ты же видишь тут здание. Чё ты в него упираешься? Я думал, оно проходябельное. Так а мне не хватает. Слушай, меня поток сдувает просто. Так это. Тебе хватает, если ты не в здание будешь упираться.
Вот отсюда, если пройдешь. Вот. Так, я держусь. Хитрая какая. Тебя там не раздавит? Надеюсь. Ой! Как тут интересно. Ага. О! Да-да-да. Оп! Прикольно. А что там еще есть, интересно? Нет. Нет, все. Вот Булму с Пополи наворотили тут. Удобно название. Ругаться? Можно, да, ругаться им. Практически как черт побери. По-сказочному. Да. Цирковые эти штуки смотри. Кстати, да. Когда Зарубеловы заходили. О! Ага. А, я знаю эту штуку. Она дерется. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Такая, хоп, через дерево. Это была внезапная атака. Так. Молнии их. Кого держать-то? А, я думаю, поменять мыша взять. Может быть. Нет? Или пока так треснуть? А они исчадия тьмы, у тебя голем по ним бьет хорошо. Ну ладно. Ну. Кроме этого, правда, вот поэтому бьет плохо. Ты можешь этой Авророй вообще. Могу. Тупость, по идее. Не успела. О, хорошо его. О, фу. Опс. Выбросили. А, ну поэтому 155 бьет, тоже неплохо. А я не могу расколдовывать, интересно, вот так вот взять. Ау! Фу. А у него все хорошо уже. А, да? Ну ладно. Тоже 155. О. Кто там уровень взял? Голем. А-а-а. И Аврора, и Арбела. О. Сундук. Вот. Звездный свет на всех. Угу. Но на самом деле смысла особо в ней не вижу. У нас же есть подобная штука. Вот Рубела бы, конечно, кулак на всех. Ну еще он. Да. Сколько? Еще три. А кто еще? А, голем. Точно, точно. Пассивный навык. С 10% шансом отбросить все порождения назад по шкале времени. Ну, немножко. Пригодится, прикольно, в принципе. Сундук. Вот. Ага. Хорошо. Ай! Смотрит. Нет бы помочь немножко. Нельзя. Потом скажешь, я помешала. Ага. Так, это мы вот здесь поднимались, получается. А, все, что ли? Мы влево не можем пройти? А как так? Подожди, мы же там были. Или нет? А, ну мы же слева пришли. Вот, все. Мне тоже интересно. Я не могу больше туда. Ха. Точно мы слева пришли? Как город мрачен и ужасен. И мне не по себе, согласен. Как вы не вовремя начинаете говорить все время? Ну да. Сейчас стукнешься. Нет. Не хочу. Сундук. Осторожно. Увернулась. Молодец, атакуй. Ничего не... Ого. Не внезапная. Как вы достали со своими разными стихиями. Ну-ка всем быть земляными. Да, быстро. Нет, водяными. Водяными, хорошо. Ну тут водяных вообще нет.
Давай, голем. Молодец. Ого. Ого. Значит, там. Ого. Вот это ему перепало. Он такой, ну сейчас вы у меня получите. Да? Да. Ты прям так сказал? Ну ты посмотри на него, он всем видом своим это говорит. Ой, выдохся. Да. А я вот не помню, она взяла у меня уже массовое замедление, нет? Она? Не помню. Нет, похоже. Угу, пока еще нет, жалко. Ну тогда вот так. Ты как-то намудрил, по-моему, в этом бою с ними. Да? Ну, можно было бы проще, мне кажется, нет? Может быть. А ты прям как под босса всех пробафала. Ну ладно. Мне не жалко. Не, ну мне тоже не жалко. А что ты такой толстый? Крепкий. О, это он плохо привидению. Это при том, что у него уязвимость 58 всего отняло. А еще раз долбани по нему. Хотя. Ну хотя да. Ах ты. По всем? Да. Ах. Готов? Что у нас получишь? Держу его. Ага. Это у нас. Так, это у нас... Я вот не помню. А, вот двойное попадание как раз это. Но это не один подойдет раз здесь. Ударить. Если бы их было больше, я просто хотел посмотреть. Ау. Ага, понятно. Сейчас, просто им буду бить. Так, а что у нас тут еще? Двойное... Помеха. Помнишь, что это за помеха? Нет? Плохо помню. Они по описанию что-то хотя бы... типа замедления тоже, по-моему. Делали бы. Ага, да. Шустрый. Ну ладно. Ноль достался, не страшно. Да. Да у нее здоровья вон сколько. Дофига. Замедление. Угу. Понятно, я тоже замедление сказывала уже просто. Молодцы. О. 11 огненным, да. Между прочим. Да, странно. Ой, какой он у меня весь раненый, смотри. А он на себя, может, пробафал что-нибудь? Так. А кто там у нас лечит, ты помнишь? Рубела, по-моему, да? У голема есть регенерация, а лечит, по-моему, да. Рубела воскрешает точно совершенно. А, воскрешает? Может быть, и лечит, я не помню. Не помню я вот. Ну вот, исцеление точно. А так, и так, так. Интересно, исцеление на всех лечит вообще всех или только двоих? А я не знаю. Есть подозрение, что только двоих. А, нельзя менять, она не полечит тогда. По идее, да, не полечит. Ну я тогда не буду рисковать, я что-то что попало понаделала. Возьму Фина, наверное, тогда. Угу. Я думаю, мы потом его подлечим с кустов каких-нибудь. Ну да. Ну да. То
То есть у этого каменного, у него иммун именно к физике дальше, даже, а не конкретно то, что он уязвимый к огню. Получается, то есть по нему магии надо долбить. У него защита, видимо, магическая, слабая, вот как. Ага. О! А, это, я думал, массовая. Ну ладно. Прикольно. Понятно. Все с ним. Все с вами ясно. Собственно, о, даже... Опять штучка такая. Не особо важно, какой магией бить его. Чем мощнее атака, тем... Ну, в смысле, магическая атака, тем... Ну да. Получается так.